Татьяне Поспеловой 25 лет, а у нее уже статус многодетная мама. Глава Бурятии лично поздравил с этим радостным событием, вручив сертификаты и подарки. Татьяна Георгиевна, я вас поздравляю с рождением двойни. Мне кажется, это самое главное и самое лучшее, что вообще бывает в жизни. Рождение детей, тем более сразу двойни. И еще в таком молодом возрасте все впереди, и детей легче ставить на ноги. Так что я вас поздравляю. Это все вашу копилочку. Спасибо. Хотелось бы обнять, но вот просто в условиях коронавируса. Кланяюсь низко перед такими женщинами. Спасибо большое. Направлять средства материального капитала стало намного проще. Об этом рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда Бурятии. Не нужно даже приходить в Пенсионный фонд, если, допустим, Татьяна оформит ипотечный кредит. И она может заявление подать прямо через банк. То есть ей не надо приходить в многофункциональный центр, не надо приходить в Пенсионный фонд. Она, в принципе, может это сделать с телефона или через банк. Мы дальше сами уже найдем всех контрагентов, сами в Росреестре найдем договор купли-продажи и за нее всю сделку оформим. Татьяна работает в отделении реанимации в перинатальном центре и учится в медицинском колледже. Сильная девушка не смогла сдержать свои эмоции. Детей, естественно, нужно рожать. Дети – это наше будущее. Дети – это наша жизнь, это наша отрада. Мы очень сильно хотели и планировали этих детей. Мы очень сильно рады, что так получилось. А всем скажу, не бойтесь рожать. Дети – это самое главное в жизни. Я хотел бы всем нашим молодым семьям сказать о том, что если вы рожаете, то получаете серьезную помощь от государства. И это такая поддержка для становление детей, поддержка семьи, повторюсь, не только разовые в виде сертификатов, но еще и последующих ежемесячных выплат и льгот. Так что будем стараться, чтобы в нашей республике было много счастливых детей. Отметим, что с 2020 года размер материнского капитала увеличен по инициативе президента России больше, чем на 150 тысяч рублей. Чингис Хунаев, Данил Жарко, телекомпания АТВ.